Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, это игра Scrap Mechanic. И да, у нас нет никаких вроде бы как бы обнов, но все же у меня есть транспорт хороший, который очень хорошо ездит, и я хотел вам его показать. Плюс к этому у нас есть домик, сейчас мы на него посмотрим, но сначала для этого домика мне нужно обязательно найти хорошее место, то есть прямое, ровное и так далее. Ребятки, я еще не видел, чтобы в создании, короче, карты у нас получился вот такой вот ландшафт. Я реально не видел. Вы знаете, да, что когда мы начинаем новую карту, то есть мы когда там создаем типа землю там с деревьями там, все что вот как бы у нас сейчас есть, по идее у нас карты чуток по-другому выглядит, а здесь прямо, я не знаю, какой-то карьер, какие-то там добывающие такие нюансы здесь, как будто здесь должен быть обязательно какой-то трактор, бульдозер или что-то вроде этого. Ой, не переворачивайся, ах ты же, елки-палки. Так, ну давай, хорошо, давайте выйдем, посмотрим. Сейчас мы его на ноги поставим, эту машинку. Это у нас Defender. Это у нас Land Rover какой-то. Или Defender, или Discovery. Или, я не знаю, как хотите, так его называйте. Давайте ради интереса все-таки посмотрим, как он выглядит. Кстати, он довольно высокий. Он довольно реально высокий, сейчас я вам покажу. Офигеть, какой он высокий по сравнению с нашим персонажем, блин. Нифига себе. Я думал, он чуток меньше, но нет. Все-таки размерчики серьезные. Так, дверь одна, дверь вторая, отлично. И люк сверху, чтобы, когда мы вышли, чтобы мы не забаговались. Потому что здесь, блин, это прям каждый раз происходит. Что ж, здесь мы посмотрели. Вроде бы ровная площадка, но я хочу что-то с деревьями. Давайте поищем. Посмотрим, что же здесь у нас есть. Блин, все-таки FPS немножко просаживается. У меня комп не самый топовый, но и все же не самый слабый. Но все-таки FPS не радует. То есть он хороший. 84 FPS, 86. Но есть лаги. Какие-то лаги есть. Неприятные. Так, мы тут поднимемся, да? А ну-ка. Давай! Круто. Что ж, вот нам и деревья. Сейчас мы сюда доедем. Мне нужна ровненькая площадочка. Вот, ровненькая площадочка. Друзья, выходим. Выходим и ищем домик. То есть домику его искать не надо. Он у нас уже как бы есть. Давайте я вот от первого лица сделаю. На машинку, короче, посмотрели. Сейчас посмотрим и на наш домик. Вот так вот. Здесь у нас будет домишкин. Так, секундочку. У нас тут очень много чего, что могу бы показать или посмотреть. Но сегодня у нас будет домик. Нет, ну уже не надо, блин, меня так это баговать, блин. Я все понимаю, но меня баговать не нужно. А, блин, я забаговался в домике, друзья. Сейчас кое-что... О, что ты там убрал? Что я убрал? Нифига я не убрал. Так, ну придется как-то вылезти отсюда. Ну что ж, вот такой вот домишко. Он полностью построен без никаких модов. Самый прикол как бы в том, что он реально без модов. Выглядит странно. Я не знаю, с чего начать, даже это у меня, как говорится, первый осмотр этого дома. Ну, warning, falling objects, это понятно, это как бы мы все знаем. Но что, для чего и тут является, вот вижу уже вход, давайте откроем. Вот такой вот вход у нас. К сожалению, он какой-то кривым оказался, и чтобы он не был кривым, мне пришлось кое-что сделать. Сейчас я вам даже вот так вот подниму. Не-не, давай, вот... Да не-не-не, наверх, тебе наверх надо. Вот. Примерно до вот такой вот высоты, потому что он реально кривой, блин. Я не знаю почему. Ну, блин, бывает, друзья, бывает. Все это дело у нас бывает, это у нас игра еще, кстати, в разработке, давайте мы это уберем. Отлично, игра у нас еще в разработке, еще, не знаю, там альфа-бета-версия, но все же баги-лаги здесь могут быть даже и должны. Хорошо, это еще, у меня и так персонаж маленький, куда еще меньше, блин. Сюда мы не входим. Окей. Вот можно, нужно вот так вот. Хорошо, давайте от первого лица. Ну что ж. Что сейчас включилось? Или выключилось? Я не знаю. Окей, оставляем пока что зеленый цвет. Дальше. У нас тут радио. Играет?
играет, работает, отлично, отлично, радио у нас работает. Здесь у нас система какая-то, хрен пойми, от чего для... Ух ты ж, елки зеленые, сколько тут соединений, для чего они все, я пока не знаю, но мы, наверное, разберемся с вами вместе. Так, сесть то, что можно, это прикольно, кстати, вид прикольный, когда мы садимся, вот такой вот офигенный вид, блин, дом реально кривой. Ну, криво он поставлен. Земля вроде бро... Не-не, земля неровная, понятно еще почему, я понял. Хорошо, мы это увидели. Смотрим дальше. Что тут включается? О, оп, свет. Так, здесь у нас как будто умывальник. Блин, ну без модов. Я уже чуток привык с модами смотреть там тут всякую ерунду, да. И без модов это кажется чуток примитивно, скажем так, мягко говоря. Так, это 100% мне кажется, что должно открываться. Такая-то, какая-то труба, блин. Которая прям, ну должна прям, смотрите. Соединение есть. Куда ведет? А ведет оно вот сюда. Так. И... смотрите. И в чем прикол? Отсюда мы пошли... А, это трап для машины. Нифига себе, смотрите, трап для машины, блин. Сюда припарковал, допустим. Здесь забрал машину, смотрите. Прикольно. А чё, прикольно? Вот это вот, за это вот респект. Нормально, нормально. Ребятки, на эту постройку я оставлю ссылочку в описании. Кому понравится, скачивайте. Оно как бы есть, это вот все есть в Стиме. Так что без проблем это все находится. Это у нас освещение здесь, да? Отлично. Так, ну здесь вроде бы разобрались. Если я что-то пропустил, напишите мне об этом. Пресс-ет. Ой. Ой, я оказался в этой. В ванне. Не хотя оказался. А откуда тут эти? Вот у нас есть такая ванна, да? Игровая прям. Без модов, нормально. Блин, ну прикольно, прикольно. Но нам здесь не должно... Мы здесь не должны находиться. Так, идем вниз. Так, я внизу. Хорошо. Все. Внизу мы все уже закончили, все посмотрели. Что у нас здесь? Поднимаемся по лестнице. Здесь у нас дверца, стеклянная дверь. А, этот дом еще летает, блин, нифига себе. Сейчас мы это на это посмотрим, но сначала я хочу полностью осмотреть домишкин. Так, освещение, это круто. Оставляем освещение включенным. Одна кнопочка вверх. Опять же вверх. Окей, а почему две кнопки? Странно, но хрен с ним, давайте посмотрим. А, наверное, первый этаж и на второй. Так, ну давайте первый получается. А если еще нажать, то это наверх пойдем, да? Да, 100%. Ну что ж, мы на втором этаже. Что мы видим? Кухня, стол. Блин, реально круто. Без мода все это вот сделать. Да еще воображение, чтобы такое было, да? Чтобы все это вот замутить, закрутить, блин. Радио опять же работает. Уточка, стол, здесь можно сесть. Вот так вот посидеть с друзьями. Блин, у нас такая, блин, территория. Чего вы хотите? Криво-то криво. Ничего не сделаешь. Такова судьба. Ага, вот у нас можно подняться от водительского этого управления сюда. Здесь у нас двойная кровать, двухъярусная, то есть. Дальше, кухня. Какое-то... Ага, духовка. Духовка, ребятки. Опля. Прикольно. Открывается даже, нифига себе. Духовочка, и там утка. Офигеть, вот там вот у нас сейчас жарится утка. То есть этого не жарится, а вы поняли, да? Выключаем, закрываем, да что выключаем. Пусть дальше варится, жарится, что там она делает. Так, морозильная камера, утка. Ты вот это вот не замерзла, нормально все? Закрываем, отлично. Здесь у нас что? А здесь у нас холодильник. Человеческая рука, отлично. Ну что, блин, это у нас на ужин будет, да? Кофе на завтрак с, наверное, с уткой. Здесь что-то красное, это, наверное, сигнал. Пич. А, я не знаю, это сигнал, да, нет? Да, это, походу, сигнал, но я не знаю, что такое пич. Хорошо, закрываем холодос. Все поняли. С холодосиком, так, здесь у нас ничего не работает. Все нормально, все отлично, окей. Зеленая лампочка что-то должна делать, нет? Так, это вот этот прибор у нас... Ага, освещение туда, я понял. Ну, к столу типа. Есть? А ну-ка посмотрим, есть освещение? Да, есть. А здесь можно было усилить.
Здесь можно было радиус побольше сделать вот так вот. Опля. А, это дальше радиус. Это не больше, а радиус подальше. Хорошо, выключаем. Нам сейчас свет там не нужен. А идем дальше. Вот здесь уже спальня. Это вот, короче, детская, я понял. Это у нас детские кровати, а это уже спальня родителей. Да. Здесь как будто сейф, а не шкаф. Давайте. Нормально. Нормальненько так. Шкафчик для вешалок. Все это вот все есть. Сапоги. Там опять утка какая-то есть. Кнопочки. Окей, смотрим. Для чтения. Нормально. Можно? Могу лечь? Нет? Пока еще игра не позволяет ложиться. То есть сидеть мы можем, а вот ложиться мы не сможем. Так, свет выключаем. Там у нас опять же, наверное, свет. И к тому же есть еще телевизор. Смотрите на него. Тут у нас включается, опля, телевизор с колонками. Вот так вот. Круто. А что, нормально, блин? Как придумали-то? Офигенно, да? Это просто лампа и стекло. Лампа и стекло. Так, а ну-ка давайте прыгну. Могу прыгнуть? Могу. Я типа смотрю телевизор, смотрите. Хоп. Смотрим телек. Нормально. Выключаем. Все, посмотрели, идем дальше. Не знаю, что такое. Это, короче, какой-то новый кондиционер. Надеюсь, не модовый, потому что вроде бы как бы модов не должно быть. Так, ванная. Угу, здесь водички нет. А если мы сюда вот так ляжем, то у нас водичка будет. Это круто. Так, двигаться не могу, ничего там делать, тыкать не могу. Инвентарь не работает. Ну, буду знать, по крайней мере. Я потому что я чуток с ванной не знаком в этой игре. Ага, косячок. Косячок у нас, пол там чуток недостроен, но нормально, ничего страшного, можно. А что еще use? Press use, только ванная, да? Да, только ванная. Здесь у нас ничего не открывается. Хочу просто ничего не пропускать. Так, и на унитаз сели. Посмотрели в этот, в окошко. Кстати, прикольный вид такой, да? Прикольно. Смотрим в окно. Спускаем воду. И все отлично. Вообще шикарно. Так, как управляется эта машина? А, у нас еще третий этаж есть. Погодите. Наверх. Что у нас здесь? Какой-то балкончик. И здесь у нас терраса и гриль. Терраса и гриль. Ну, правда, гриль у меня был круче. Давайте мы его включим. Ага, это анимация типа этого, как его, дымка. Дымок. Да? Чувствуется дым или нет? Ну, типа как бы дым. Ребятки, я в описании оставлю еще ссылочку, или даже справа, даже вот сейчас появится кнопочка. Там у нас есть дом президента, я думаю, наверное, уже все уже увидели его. Но все же, там у меня есть видос с домом президентом, я его строил лично. По эскизу тоже взятый с ютуба, но строил я лично, полностью. То есть ничего там не скачивано, ни это вот не взято ниоткуда. Именно сам строил, как говорится, собственными руками. Так что заходим, смотрим, если кому-то интересно, как выглядит домик президента скрепа-механика. Так, блин, тут бочки и все, да? Что еще интересного здесь есть, чтобы не пропустить? Какой-то столб, это у нас, понял, это у нас дыма, это вот как его там, отводная труба. И зонтик. Сели, нормально все. Можно отдохнуть, так, откинуло, серьезно. Вот этот, не знаю, есть в игре, нет? Удалить можно, понятно. Все, здесь вроде бы закончили. Погнали, ой. А чего это все включается, потому что... Тут что-то включалось, нет? Тут какая-то кнопочка была. Почему? У нас там снизу еще терраса есть маленькая. Не терраса, а какой-то там, сейчас, секундочку. А что это дает? Эй, так у меня же тут есть. Окей. А это что? А, это чтобы вызвать, если вы наверху. Понятно. Кнопочки, я понял. А нам сейчас это, вниз. Не-не-не, вниз. Вот так, здесь у нас еще есть. Вот, спускаемся сюда. И здесь что, кстати, у нас еще подвал есть, да? Столик с кнопочкой. Ага, и лампочка. Блин, освещение прикольное. Так, освещение хорошее. А как донизу добраться? Могу? Нет? Нет. И... Что делать? Ой, не знаю. А, вижу.
Но здесь окно, блин, как туда добраться? Или... Или сюда не должен был никто добираться? Смотрим, смотрим, что у нас еще тут есть, что включается. Так, здесь я включил... Что-то включил, что не знаю, но сейчас посмотрим. Блин, ничего больше не открывается вроде. Вроде бы как. И... Странно. Странно, как туда добраться. Ну, давайте я все-таки выключу вот эту вот ерунду. Не знаю, что она делает, но все же выключим. Так, здесь у нас ничего. Блин, ну через окно придется залететь туда. Может быть, так и рассчитано. Только не здесь. Здесь я не влезу. Блин, я реально что-то пропустил. Где? Че я пропускаю? Здесь должен быть вход. Раз вход есть. А ну-ка, давайте. Отсюда. Так. Сел. Воу, сколько кнопок. Сигнал, понятно. Фары, понятно. Дверь закрыли. Дверь закрыли, открыли. Вторую дверь, то есть главную. Что-то включил, короче, мотор, который посередине, снизу. Ага. Накроняемся куда-то. Ёлки зеленые, мы что, сейчас еще летать будем? И... А давайте это все-таки чуток... Ни хрена себе, блин. Транспорт летающий. Оп, да он даже управляется даже. Ёлки-палки. Круто, ребятки. Как они делают, блин? Я 100 раз пытался сделать управление от VASD. А здесь оно работает, блин. Вы понимаете, о чем я, да? VASD. VASD это управление обычное. Склава. Блин, тут все летает. Смотрите, офигеть, да? А скорость тут побольше можно? Но на таком доме... Скорость. Кому нужна скорость? Охренеть. Круто, что могу сказать? Домик вообще отменный. Что у нас еще есть из кнопок? Что-то я открыл, закрыл, и все включается обратно. Ага, выключаются моторы боковые, понял. Такси, ой-ой-ой-ой-ой. Ага, это для направления вперед, понял, понял, понял. То есть можем кнопочками VASD, и плюс к этому могу еще управлять кнопкой 6, которая перенаправляет моторы, двигателя наши, назад, типа, чтобы отталкиваться, с, не знаю, с большей скоростью. Так, а где дверь? Вот, вот дверь закрыл. Смотрите, круто, почему бы и нет, без модов. Ребят, без модов что-то такое построить, я думаю, не каждый сможет, 100%. Друзья, если у вас есть какие-то варианты, типа, что вот вы построили что-то лично, то, не знаю, можете написать в комментах, можете ли вы лучше, или было ли у вас постройка лучше этой. Без модов, кстати. Что ж, на этом мы заканчиваем. С вами был Кентавр, полностью посмотрел что да как. Я, походу, внутри туда и так и не попаду, потому что здесь просто надо было, наверное, удалить. Скорее всего, удалить. Давайте мы это все-таки выключим, да? Раз, два. Вот так вот. Вот так вот. Скорее всего, надо удалить какую-то часть. Вот я уже забаговался, как я понимаю, да? Уже забаговался. Вообще нехорошо такая... Нехорошая такая вещь, когда мы багуемся. Ну что ж, неважно, друзья. Там внутри просто моторы и вся система, как я понимаю, потому что другого там и быть не может. Именно, да, я вижу уже там эти вот все, что нужно для работы этого аппарата. Так что на этом у нас все. Что ж, если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Ну и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не делали. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем до скорых встреч. Не забудьте про лайк. С вас, как говорится, лайк. Давай, а я погнал.
Но... Вот, 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 тихо. Отлично, перелетаем камень. Даже камень перелетает. Офигенно. Крутой домик. А где мой Land Rover? Где мой Land Rover? А, я уже попрощался уже, да. Все, всем пока. Блин.